Смотри лаки-блоки в Майнкрафт. Ссылка в описании ролика. Вот устал я идти. Да я тоже не могу. Миссию. Я не знаю. Может, это вообще все зря. Чем тут пыжимся? Какой-то кристалл наполнили. А нахрена мы это сделали? Я не знаю, потому что я уже просто потерял надежду. Честно тебе признаюсь, я уже не знаю, что делать. Я уже потерялся. Я тоже. Еще и смотри, солнце садится. Я реально не знаю, куда идти и что нам делать. Твою мать. Это просто апатия. Что же нам делать-то опять теперь? Опять проблем, которые нужно решать уже. Доели. Так всегда. Жизнь полна проблем. Да-да. Все из этих чертов дел. И что я делать? Не знаю, что делать, потому что наступает ночь, кругом темный дремучий лес, пещеры какие-то. Я просто не знаю, мне становится страшно, не по себе, мы реально одни. Стой, не отходи от меня. Эй, ты где? Стой. Эй! О, я здесь. Обернись. О, я сейчас потерял. Кто там? Тихо. Это свинья. Мать моя, что здесь свиньи делают? Это дикий лес, понимаешь? Нас может кабан сожрать в любой момент, даже эта свинья. Мне страшно. Ой, я сейчас здесь останусь, пускай меня не едят. О, свинья. Кто там? Ну ничего, у нас пока есть еда. Мы не настолько одичали, чтобы жрать местных животных. Свинья. Да. Сникерс. Ой, упал. Эй. Нормально? Да. Рядище? Да. Мне страшно. Давай, забирайся. Слушай, нам нужно искать укрытие. Нам нужно будет где-то остановиться. Я предлагаю где-то вот под этой горкой. Думаю, получится. Нужно ее получше обыскать, чтобы найти нормальное место. Да, значит, где-то здесь обоснуемся. Да, где-то. Сделаем здесь костер и, думаю, перейдем ночь. Еда у нас есть. И главное охранять кристалл, чтобы его никто не забрал. Потому что тут будут желающие позимнуть на него. Точно. Как считаешь? Я думаю, лучше мы места вообще здесь никогда не найдем. Братишка. Тоже согласен. Думаю, здесь будет самый оптимальный вариант. Да. Только, Вейн, мне жутко. Тут какая-то пещера. Мне страшно, Вейн. Что ж, надо развести костер. У нас нет подручных средств, кроме зажигалки. Поэтому я, наверное, отправлюсь за веточками. За палочками. Ты подготовь почву здесь, немного разложи, приберись тут немного. Вещи разложи, посмотри и найди зажигалку. Так она же всегда со мной, ты чё? Ну, говорю, подготовь. Я сейчас быстро, думаю, соберу все и приду. Ладно. Блин, а чё он один-то? О, веточки. Надо пособирать. О, думаю, они пригодятся. Я рад, что мы здесь с тобой нашли это убежище. Нас могли сожрать, но мы справились с этим страхом. Я не знаю, кто нас мог сожрать, но кажется, все обернулось, и мы сейчас все в уюте, в тепле. Да. И осталось пережить эту ночь, добраться до дома, разобраться с кристаллом, духом и забыть все прошлое, забыть все то, что с нами было, и вернуться к нормальной жизни, продать магазин, заработать много денег и зажить как нормальные люди. Ой, ну ты сейчас это все говоришь, и у меня слеза течет по глазу. Мне прям хочется это все. Но главное, да, биться, не сдаваться, и тогда все у нас получится. Чем же нам заняться? Ну знаешь, я знаю, как нас немного развлечь. Я расскажу тебе страшную историю про мистера Джорджа. Хочешь послушать? Слушай, я не знаю, что за страшная история. Думаешь, это уместно в такой ситуации, страшная история про мистера Джорджа? Мне кажется, нормально. Развеем, так сказать, обстановочку. Ну, попробуй. Если ты помнишь ее, попробуй. Не совсем точно, но как будто об этом действительно правдивая история, ведь о ней ходят легенды. А жил был мистер Джордж. Было у него трое детей. Однажды он проснулся и понял, что его преследуют, понимаешь? Вот это чувство было у него. И с каждым днем он терял детей. И в один день ужасный для него у него остался ребенок. А потом он умер. А почему? Я не знаю.
Ходит это легенда. Была болезнь или его убили? Мне кажется, их убили. Там ходит легенда. Он находил их или нет? Или они просто пропадали? Или он видел, как их убивали? Он один раз только увидел, как убили его ребенка. На его глазах прям зарезали. Вот это. Да. Представляешь, что он чувствовал. Хотя мне сложно представить. Мне жалко. Но его больше нет живых, понимаешь? Его тоже убили. Мне жалко его. Теперь его дом пустеет. Я не могу больше об этом говорить. Очень какая-то символичная история в нашей ситуации. Да. Что ж. Нужно быстрее пережить эту ночь. Можно попытаться заснуть и быстрее возвращаться домой. И разобраться со всем этим. Чтобы не закончить как мистер Джорджа. Давай заснем. И закончим это путешествие в лесу.